Пришла очередь Бориса Краснова представить своего исполнителя. А будет ли сегодня Борис Аркадьевич Краснов краснеть за своего подопечного, или, напротив, будем мы им гордиться? Борис, представьте участника. Я думаю, что артист, которого мы можем смело противопоставить кому угодно, не только в нашем прекрасном конкурсе, Сергей Савин, встречайте. Забери меня в свой плен, эту линию колен. На генеральном прогоне мне... Буквально-таки накануне мне изменили песню кардинально и бесповоротно. Только рюмка водки на столе. Хорошо, что случилось так, что песню изменили, потому что все-таки она оказалась мне ближе. Мне нравится эта наглость, наверное, потому что у меня самой такого нет чувства, вот чувства победителя. Не завидую, потому что ты очень... интересный исполнитель. Надеюсь, что я буду чуть понаглее теперь на сцене. Я считаю, что он выступил просто прекрасно. И теперь от него буду ждать. И это возлагает колоссальную ответственность на него. Песня, которую я буду исполнять, ее опять-таки все знают. Ее исполняет Андрей Миронов, величайший. Она называется «Белеет мой парус». Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю. Я уже придумал там кое-что интересное, и я думаю, что зрителям будет очень интересно посмотреть. Он подходит для образа Бендера, для такого авантюриста. Перед ним стоит очень сложная задача. Я надеюсь, что он справится. Сергей Савин. Нет, я не плачу. И не рыдаю, на все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем мне извиняться, мне уступают, я не в силах отказаться. И разве ж мой талант и мой вокальный дар не заслужили скромный гонорар? Пусть бесит на ветер жестокий, туманит житейский морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Согласитесь, какая прелесть, мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, набор, изящный поворот, и прямо в руки запрятный плод. Он наслаждение скользить по краю. Заврите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените красоту. Сергей Савин! Сергей, как тебе в роли Остапа Бендера? Ну, смотри, как... Знаете, в жизни я строгие костюмы вообще не ношу. Но здесь мне очень даже понравилось. Лолита, ну, стоило оно того? Знаете что, я сейчас должна сесть и поставить вот так руки и сказать, я медитирую, потому что должна вспомнить об условиях конкурса. Товарищ Савин, что вы со мной сделали? Вы, что вы сделали с Аллой Борисовной, которая плачет? Знаешь, Боря,
Мал золотник да дорог. Я имею в виду, у тебя номинировано 2 чека, но этот один, по-моему, стоит всех. Спасибо. Спасибо большое. Посмотрите на счастливое лицо Романа Емельянова. Обратите внимание, что же Сережа сделал с ним? Роман, скажите. Нет, я просто, честно говоря, я себя чувствую немножко неловко, потому что, знаете, когда попадешь в компанию очень начитанных, умных людей, и они обсуждают что-то, а ты не понимаешь, о чем они говорят, и тебя так и подмывает сказать: да, вот это то. Я не понимаю, что тут может понравиться вообще. Это какие-то, на мой взгляд, это какие-то домашние радости. Борис Аркадьевич, ну да. Спасибо, ребят, большое. Знаете, друзья, я хочу от себя сказать, я очень ценю мнение моего коллеги Романа. Хочу сказать, просто напомнить, что мы готовим, кажется, на выходе все-таки, независимо от победителя, кадры не только для радиослушателя, но и для телезрителя. Правильно, да? Поэтому на артиста хочется смотреть. Спасибо. Спасибо, Борис Аркадьевич. Слово главному судье. Алла Борисовна, вам. Я вам уже говорила, Сережа, что вы артист своеобразный, характерный, и поэтому вам будет сложно. Таких артистов или очень любят, или очень не любят. И вам нужно быть очень убежденным в своем деле для того, чтобы каждый раз выходить на сцену. Сейчас я вам, конечно, выдам очень серьезный комплимент, очень серьезный. Я очень хорошо знала Андрея Миронова, и если он был бы жив и присутствовал в этом зале, он вам первый кричал бы «Браво!». Это серьезный комплимент. Очень спасибо большое, спасибо. Чувствую, что сегодня за Сергея будут голосовать все мулаты в белых брюках из Рио-де-Жанейро. Уважаемые господа присяжные заседатели, если вам понравилось выступление Сергея Савина, присылайте смс с цифрой 03 на номер 1819 или звоните по телефону 8 803 333 4903. Сергей Савин!